Здравствуйте, дорогие друзья! Вот у меня оказался в руках HTC HD2, вот такая огромная лопата. Давайте посмотрим, какие разъемчики у него есть. Вот так вот представлена у него клавиатура, механические клавиши. Вот так относительно выпуклые. Огромный-огромный экран. Вот такой вот динамик разговорный. Снизу микро-USB. 3,5-миллиметровый разъемчик, я так понимаю. И микрофончик. С правой стороны у нас здесь специальное маленькое такое отверстие, для того, чтобы можно было открыть заднюю крышку. На верхнем торце ничего нет. С левой стороны клавиши регулировки громкости. Кстати, вот вы можете уже увидеть, примерно полгода человек пользовался, и вот примерно в каком состоянии у вас он может быть. Человек пользовался довольно аккуратно. Вот появились вот такие вот уже здесь потертости по бокам, хотя в чехольчике он таскал его. Итак, что еще сзади? Значит, что у нас там сзади? Сзади модуль камеры, вспышка, металлическая крышка. Ну а теперь давайте включим, посмотрим. Значит, активируется любой клавишей перемещением ползунка. Очень экран такой качественный. TFT, насколько я помню. Ну, блин, очень большой. Очень красиво отображает цвета, четкость, яркость, контрастность высокая. Перемещение по меню вот таким вот образом у нас происходит. Стандартное есть меню пуск. Вот такой вот меню пуск. Кинетика отличная. Перемещается очень хорошо. Давайте я сразу зайду в сообщение и вам покажу, как это все выглядит. Ну вот, например, новое сообщение. Вот такая вот клавиатура. Большая, сейчас и вернем. Вот, и можем печатать. Вот такая вот клавиатура QWERTY-вская в широком формате телефона. Переворачивается быстро. Уходим назад. Так, попадаем в главное меню. Дальше люди. Что у нас в людях есть? Ну, вот кто в людях есть. Перемещать нельзя. Туда вправо-влево. Дальше. Что там еще есть? Сообщения. Какие сообщения? Интернет-браузер у нас здесь есть. Календарик. Ну, это мы не будем юзать. Остальное нам не интересно. Так, люди. Так, фото и видео. Ну, примерно так все это выглядит. Вот такая огромная фотография. Смотрится, конечно, очень круто фотки. Экран большой. Перелистывание в какую сторону? В эту сторону перелистывание. Не будем трогать фотки, потому что телефон чужой. Ну, примерно так выглядит. Дальше выходим. Вот еще так они перелистываются. Очень круто, конечно, смотрится. Дальше. Музыка. Вот так это все выглядит. Ага, на погоду нечаянно нажал. Музыка. Не будем включать музыку, к сожалению. Не могу сейчас продемонстрировать звук. Дальше погода, Twitter, футпринт, понятно, настройки. Ну, давайте посмотрим. К сожалению, тяжело мне так управляться одной рукой, здоровый телефон, о телефончике. Так, сведения ПО. Версия ОС 5.2. Вот АЗУшка, ПЗУшка. Что у нас там еще, какие данные есть, вы можете видеть все на экранчике. Дальше выходим. По программке. Что-то у нас тут сразу подгрузилось, Localhost. Ох, да, конечно, интернет смотреть вот на таком экране одно удовольствие. Так, выходим. Сведения об аппаратном обеспечении. Так, 1000 МГц. 1 ГГц, 448 мегабайт, Qualcomm, вы можете видеть название процессора, разрешение 800 на 408, 65 тысяч цветов, ну, в общем, все остальное понятно тоже. Дальше память устройства, а телефоны, ну, другие настройки мы не будем трогать. Дальше давайте нажмем опять менюшку и посмотрим, что у нас тут есть. Люди, ну, то есть повторение, собственно, предыдущего, фотокамера. Примерно так это выглядит.
Вот. Фокусировка как у нас пальцем, да. То есть можно производится фокусировка по нажатию на экран. Это очень удобно. Дальше, что у нас тут есть? Назад выходим. Так, менюшка. YouTube, камера, игры. Так, все это у нас он тормозился. Дальше, Microsoft Office, звонки, сервис. Ну, в принципе, тут все сейчас стандартно установлено. То есть, как вот купили практически телефон, практически ничего и не ставили. А поэтому мы выходим. Ну, вот еще раз можете посмотреть, как он выглядит. Выглядит довольно круто. Огромный экран, анимационные обои, погоды. Вот сейчас вам могу продемонстрировать вместе Acer Liquid. Сейчас из кармана достану. Вот у меня Acer. Вот они примерно так выглядят вместе. Сейчас мы Acer запустим. Так, у меня тут... Вот видите, какого... как экраны отображают цвета, но полностью не могу вам показать. Вот, давайте выйдем полностью. Ну вот, примерно так это все делаю. Давайте под наклоном посмотрим. Конечно, у Acer немножко экранчик в контраст уходит. Здесь вот так экранчик отображает цвета. То есть углы очень большие обзора. Регулировку громкости мы тут сделаем. Ну вот, в принципе, что я вам хотел показать. Опс.